Хей, гей, с вами Шимики, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием, как она там называется, Mate of Scare. А, так, мы прибыли с вами в отель. Теперь мы его исследуем, в конце концов мы исследуем, и мы походу дошли до такого момента, где вот-вот что-то уже... Ё-моё, просадки. Help me! Помогите мне! Let me out. Выпустите меня! Ради всего святого, выпустите меня! Let me out. Выпустите меня! Ради... Sake, let me out. Who's there? Кто здесь? Who are Кто you? Вы? Меня зовут Томас Эванс. Генри. Генри Хьюз. Вы должны вытащить меня. Hurry. Скорее. Мы должны открыть эту дверь. Почему тебя заперли здесь? Я постараюсь найти ключ. Почему вы так считаете? Они явные мерзавцы. Они пытаются похитить меня. Пожалуйста, поспешите. Сделайте что-нибудь. Я постараюсь найти ключ. Что? Нет! Не покидайте меня! Они могут вернуться в любую минуту. Сделайте что-нибудь. Я не могу сломать эту дверь. Назад. Снова осьминожка нужна. Хорошо. Хорошо. Постарайтесь еще. Давай сильнее. Всем телом. Стойте. Нет. Они идут. О, господи, пожалуйста, нет. Нет, не делайте этого. Я готов на все, что угодно. Вау. Манай там топоты. Окей. Так, это проход куда-то в широкую. Ну, фиг знает, потому что мне и туда есть проход. Но давайте пока что сюда. Не, мне по-любому сюда надо. Ну нафиг. Хотя лампа срать. Музыкальная шкатулка. Музыкальная кукла. Нет, я передумал. До свидания. Мы попозже сюда вернемся еще. Так, семейная Библия Вильямсов. Прочесть. Может ли ты... Удаю вытащить Левифана и Веркову, схватить за язык его. Вденешь ли кольцо, ноздри его, проколешь ли иглою, челюсть его. Будет ли он ногу умолять тебя и будет ли говорить с тобою кротко. Сделает ли он договор с тобой и возьмет ли его навсегда в рабы. Станешь ли забавляться им, как птичкой. И свяжешь ли его для девочек своих? Будет ли она продавать его товарищу ловли? Разделять ли его между остальными? Может ли пронзишь кожу его копьем? Работа 41. Этого я буду скорбить и рыдать хотя бы босым и ногим. Моя скорбь словно вой шакала. Мое горе словно крик совы. Михей 1.18. Диджей, блядь. А Улемс. Ну. Так, это за вот это, да, череп говорили? Так, сюда нужен типа ключ. Скорее всего, в виде языка. Колонну.
Это призрак? Или... Ну, это... Как будто от призраков следы. Вы хотите сказать, что это пыль, типа, летает так? Так, ладно, авторские права, все, хватит. Так, цилиндр, цербер. Короче, здесь была какая-то церковь с пытками... С пытками для ушей людских. Надеюсь, я ж... Не... Ой, короче, мы уже с вами это обсуждали, что это звуки, которые просто хотят тебя напугать. На самом деле, здесь ничего такого нету, что могло бы тебя напугать. Да-да-да, с этим мы тоже уже обсуждали прошлую серию. Но сюда, по факту, нужен ключ. И, походу, эта херня открывает какой-то проход. Хотя, видно сразу, что там ничего нету. Но сюда нужен ключ в виде языка. Налево. Тогда хотя бы музыка играла, а теперь... Ни музыки, ничего. Так... Окей, электричество. Здесь обычный свет, да? Надо всегда готовиться. Здесь такие проулочки маленькие. Так, осьминожка. Короче, нужно найти где-то осьминожку, похожую на такую, да, херь? А, это вообще ключ, блядь. Причем здесь осьминожка? Мана, эти звуки громкие. Ну, мне кажется, у вас так же. Откуда у меня маленькие мошки летают? Короче, чего мы боимся, да? Хотя нет, мы боимся, потому что у нас есть хп. Если есть хп, значит могут убить. Он сзади? Бу! Ладно, никого. Так, ну, в принципе, это кровь. Подожди, а здесь эта же кровь уже была, да? Фух. Почему время так медленно идет? Мне кажется, сейчас херня такая начнется жесткая. Что просто ужас. Хм, я могу вернуться обратно? Лол, серьезно? То есть мы сами вправе перемещаться туда, куда мы хотим. Хм. Интересно, я вам честно скажу. Ну хотя, не будет ли это значит, что мне все-таки придется убегать? Тогда придется сейчас запоминать дорогу в какой-то степени.
И карта, походу, нам только добавляется, когда мы ее не сами изучаем, а когда мы, как сказать, находим какие-то документы, связанные с картой. Надеюсь, вы не поняли то, что я минуту геймплея протянул специально, вот потянул, да, почти даже две, чтобы не играть в хоррор. Потому что мы знаем с вами, что я не люблю играть в хоррор, и я боюсь. Ладно, поехали. Нихера манекены здоровы. Я что, играю за карлика? Мне что, 1,70 м? Так, я понимаю, карт... Смысл? Откуда у нас карта? А, не, у нас добавляется карта только того, куда мы дошли, да? Так, что здесь у нас есть? Во-первых, сохранение. Во-вторых, ну, капканы, хорошо, может это быть охотник, который охотится на птичек, да? Что? Кто там? Ты давно здесь, дядя? Не останавливайся, девица. Продолжай. Мне нравится слушать, как ты занимаешься. У тебя почти такая же прекрасная пара легких, как... Как ты смеешь? Убирайся. Убирайся отсюда, сусяши. Ты всего лишь никчемный... Отец, я инструмент? Да какого черта ты знаешь? Нет. Инструмент это ты. Скоро увидишь. И ты все вспомнишь. Вспомнишь меня, когда поймешь, что... Я сказал, убирайся. Давай, уходи. Оставь меня. Ну, конечно. Как прикажешь, наша тупая девица. О, господи. Что за человек? Ну, что он имел в виду? А он имел в виду, что твой голос, походу, начал зомбировать людей, что они стали... До хера слышащими, что ли? Ну, то, что ты сама говоришь, что они, типа, нападают на все, что услышат. Ну, слушайте, по тени, в принципе, мы довольно... Я не сказал бы, что настолько сильно габаритные. Так, очередной шкаф, значит, здесь... А здесь у нас продольный дек. Почему... Здесь коридор выглядит, вот смотрите, вот такой коротенький, а здесь длинный. Но зато здесь намного дальше идти, чем отсюда туда. Ага. Ну, в принципе, у меня есть на это отсылка. Ну, это действие, что в окно, потом его забирают. Это немножко о чем-то, знаете, напоминает мне игру Биошок. И где большой папочка тоже, типа, челика сначала лицом об эту. Хотя не помню, я доходил вам... Я помню, я Бёшек начинал играть, да, и я почему-то запросил. Потому что я тоже боялся, потому что она довольно атмосферная. А знаете что? А я продолжу Бёшек. Возможно, либо после этой игры, либо после этой серии. То есть, тут тоже как бы... Поэтому посмотрим. Так, а что у меня с ХП проблема? В смысле? Он врезал стекло, у меня пол хп отлетело. Зайбумба. А, нихера здесь. А я то думаю, что тут такой далекий коридор? Ну тогда да. К
Какая-то перегородка. Перегородка. Здесь я, походу, буду от чего-то бегать. А, вот что имелось в виду. Это типа не перегородка, а тупик. Вот видите, у меня мышка куда-то улетает из-за FPS-а. Так, знак фортепиано. Но у меня только знак бульдогов. Успокоительное Blowens. Короче, водяра. Давай, скажи, что она мне улучшит ХП. В натуре. Оно у меня ХП восполнило. Пипец темно как-то. О, это же эти... Я буду создавать свои отсылки, типа, от слов. Это, походу, что... Понятное дело, что такие сумки были везде. В старые времена, особенно у нас сейчас 1800 какой-то там год. Это Dishonored. Пацаны, это Dishonored. В Dishonored тоже такие же можно было воровать. Жалко, что здесь никак в... Как игра вообще называлась? На что игра похожа, я в первой части говорил. Охуев уже. Я уже не вспомню. Так, книга участия... Учета смерти и исчезновений Айзека. Исака. Прочесть. Дата описания количества 11 июня. Главный и... Главное, что тут Уэнскомби. Престарелая пара, без детей. Эксетер Деван. Одежда 2,6, безделушка 2,3. 13 июня. Преподобный Алистер Гей, шарлатан. Челтнем? Не хочу читать. Скорее всего, за ним не будет скучать. Огонь снова. Не справить ничего. 3 августа главный Виктории... Хуй знает, что такое ГН. Торговец путешествует один. Бристоль, одежда 2. И фиг знает, безделушки 2 и хер знает. 24 сентября Эрнест Шарп, подопытный. Художник путешествует один. Рай, восточный Эссекс. Одежда 3, безделушки 2. Что значит за безделушки? 27 сентября... Подопытный клерк на пенсии. Уэнфорд Чешер. 3 октября Артур Моррис. Подопытный музыкант. Путешествует один. Лондон. 7 октября Матильда Нортон. Музыкант. Путешествует одна. Бристоль. Еще один музыкант. Задает слишком много вопросов. Очень вертливый. Почему? А фиг знает. Я откуда? Так, мне вот самое сложное понять пока что, куда мне вообще идти. Потому что как бы территория, я смотрю, здесь здоровенная всегда. Ох, щит, теперь я понял. А ну я по-любому сейчас сюда пойду. Ну, сюда сначала зайду, если будет открыто с этой стороны. Исследую вот эту территорию, наверное, все-таки выйду сюда и изучу вот эту местность. Здесь есть куда-то проход, но он даже не отмечен. Здесь какая-то перегородка, скорее всего, тут тупик. Хотя, если был бы тупик, нафиг его. Давайте посмотрим уже до конца. Закрыто.
Ага, подожди, это как раз там, где этот челик, да, был? Так, это я вышел сейчас сюда, давайте... Заперто. Но свет падает не туда, как будто мне туда показывают. Сюда довольно... Я могу просто пройти немного, осмотреться. А, видите, все-таки здесь тоже закрыто. Опа, а вот там есть у нас люк, через который я могу пролезть, скорее всего. Вот здесь, скорее всего, будет второй проход, куда-то объединенный с чем-то. Что меня интересует, это для чего я собираю? Так, первый этаж у нас здесь закрыто. Что вот это за значок? Окей, это у нас телефон, это закрытый, это лестница. Или это двери? Если это дверь, почему я тогда сюда не зашел? А, это точно, это голова, где мне нужна была скелета. А здесь голова фортепиано. Предметы, которые нужно собрать. Примечания. Фонографы. Это сколько всего, да, их будет? Ну, не так уж много, на самом деле. Предметы, которые нужно собрать. Музыкальная кукла, 20 штук. Для чего? Какая-то истинная типа концовка или что-то типа того? Но чтобы собрать все, мне нужно будет изучать все. То есть мне придется в каждую жопу залазить. Так, 22 минуты. В принципе, мы нормально идем. Если смотреть так по временному промежутку. Нам только сюда. Ну вот скажите, что он у меня не за спиной. Ну блин, ну что это за звуки? Звуки ходьбы. Я что, виноват? Я слышу, как будто кто-то ходит. Я и говорю. А, вспомнил. Ладно, жалко, что здесь нету выглянуть слева, выглянуть справа. А то, так сказать, бежать придется, а не поймешь, куда бежать. Элизабет, ты здесь? Ты в порядке? Я здесь. На чердаке был кто-то еще за дверью, но кажется, они уже ушли. Элизабет, есть еще другой человек, ты его знаешь? Я нет. Но ты должен быть осторожен, Томас. Если тебя тоже поймают. Похоже, что их привлекает шум. Издевай как можно меньше шума. Окей, они напали на него, они его утащили. Боже мой, это ужасно. Мне страшно даже подумать, что тебя тоже могут схватить. Наша единственная надежда помочь ему, помочь всем им, это найти цилиндры. Те, кто утащил того человека, кажется, они ничего не видят. Но почему? Что с ними не так? Как ты думаешь? Я знаю, что их привлекает шум. Но что случилось с их лицами? Я не видел их ни лиц. Я нашел одного из... Я нашел один из цилиндров. Молодец, любовь моя! У нас есть еще надежда для всех. Остальные должны быть здесь, в отеле или на территории. Пожалуйста, будь максимально осторожен. И если не отвечу, это будет значить, что мне пришлось спрятаться и что они вернулись. Окей. Я тебя понял, Элизабет. Так, ну нам, в принципе, сюда только.
Вот знаете, шкафы как в Outlast, но почему-то этот шкаф не хочет работать. Фу, это обычные мешочки. О, я сейчас понял одну вещь. Если будет момент с мешками, то я буду врезаться в них, и он будет создавать звуки. Слушай, нихера. Ну, ладно. О, вот это вот да, момент с Outlast'а. Ну, только тогда она падала обратно, чтобы эти чудики за мной не гнались. Ну, в принципе, ходу здесь немножко все по-другому. Но тут даже не нужно QTE проходить всякие вот эти. Нажимать. Все, я наигрался. Хватит с меня. Ну слушайте, они довольно... Они быстрые, я вам скажу. Хотя эти чудики тоже были быстрые, хотя... А, я могу либо задержать... Либо быстро бегать, либо задержать дыхание и бегать. Вот оно что. Так, прежде чем я туда пойду, мне нужно понять, сколько я вообще могу задерживать дыхание. Так, сейчас, подождите, нужно восстановиться. Давайте я начну сейчас. Короче... А 10 секунд наш герой задерживает дыхание. За 10 секунд мы должны немножко преодолеть расстояние, которое мы можем преодолеть. Хай он то что за стеной. Спасибо, у меня наушники очень идеальные, поэтому я слышу любые шаги, любые шорохи. Я слышу это вообще оттуда. Шкафы как... Да, шкафы, как я понимаю, все-таки пират... Скрыться. Да, он там. Так, подождите, дайте на всякий случай настройки, зайду клавиатура. Короче, идем до сейва и заканчиваем игру. Навсегда. Так, применить. Вместо чего я поставил? А, плевать, потом пойму. А, то есть здесь я тоже могу дыхание задерживать. Так, смотрите, в чем херня. Я по-любому знаю, что мне нужно идти сюда. Думал я. А, не, немножко дальше туда. Вот, видите, сюда вот выход. Но!
Я бегать быстро не могу. Я хочу пойти в другой проемчик. Скорее всего, тут будет наша игрушка. Вот что он замедляется? Окей. Тут уже нету ни труп, ничего. Почему он замедлялся здесь? Так, где мой сейвик? Все, я уже увидел, все, хватит мне с этой игры. Я хочу, не хочу в это играть. Достаточно. А могу ли я краса? Так, ноты. Генри Хьюз. Ну, если смотреть по отпечаткам здесь... ну хотя и по косточкам видно, что людей сжигали. Так, а чё, мне не фул хп, фул. Забывай, что не кнопка. Пепелище, пепелище. Но эти челики, походу... Блять! В чем прикол? Что в этой комнате уже был? Чё, почему она серая? А, понял. Я дурак. Хотя, если бежать, так бежать, ребята. Нет, 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 нет. Не закрывайся, пожалуйста. Вот зараза. Ладно. Где сейфик? Где мой сейф? Сейфа в замете не было еще. Сохраняется он только около мегафона. Но я не знаю, между прохождением вот, локации тоже засчитывается или нет. Страшна ли игра? Ну, в принципе, да. В какой-то степени... Ты понимаешь, что это ожидаемо. В какой-то степени нет. Именно по скримерам. Ох, какая графика. Так, мы в какой-то лесопосадке, как я понимаю. Окей. Ну что, тогда я думаю, на этом мы с вами закончим. То, что я смотрю дальше, у нас ждет уже приключение. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.